день благоприятен для людей, родившихся в год мыши, коровы, дракона, собаки и свиньи. В этот день хорошо совершать подношения, проводить обряд Далгая-Баха, усмирять врага, подавлять нечисть, спорить, судиться, заказывать табан Харюлга, джинсырик, а также для жесткого решения некоторых вопросов. Неблагоприятен день для людей, родившихся в год змеи и лошади. В этот день не стоит устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку у работников, приводить невестку, отдавать дочь невесты, покупать домашних животных, а также проводить похороны и поминки. Стрижка волос – к ухудшению самочувствия. Отправляться в дорогу – к утратам и краже. Абсолютно безопасные, стоят меньше гипсокартона, оперативные в установке, надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.